Здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить замечательную Tales of Zestiria. И, в общем-то, двигались мы с вами вот туда, но так как мне нужно было сохраниться после предыдущей серии, я прибежала вот сюда и обнаружила, что здесь можно поболтать. Итак, мир кишит этими монстрами, хелионами, которые невидимы для обычных людей. Именно они являются настоящим бичом эры хаоса. Да, именно из-за влияния хелионов происходят странные изменения в погоде и поведении людей. Владыка бедствий, создатель зла и хелионов. Задача пастыря — остановить его. А пастырю должен помочь оруженосец, верно? Я уже рассказала это Сарею, но решение тебе придется принять самой. Что ты будешь делать с миром, людьми, злом? Я хочу, чтобы ты приняла решение, которое подскажет твое честное, открытое сердце. Я не буду связывать тебя громким словом вроде «судьба». Но разве мне следует выражать свое мнение столь явно? Ведь я всего лишь оруженосец. А оруженосец — неподчиненный пастыря. Это тот, кто помогает ему, поэтому тебе не нужно сдерживаться. Да, мне понадобится любая помощь. Хорошо. Значит, если мне что-то придет в голову, я обязательно это выскажу. Это так вдохновляет. Вдохновляет. Только ты меня слегка оцарапал, Алиша. Прости, я немного увлеклась. Забавно. Я тут обнаружила еще одну замечательную вещь. Я сейчас вам ее покажу, смотрите. Сейчас, как бы, с какого бы ракурса это показать? Не знаю даже. Походка. Это, знаете, походка человека, который очень спешит в туалет и боится расплескать. Вот это просто идеальное описание, мне кажется, этого шага чудесного. А потом он так, оп-оп-оп, тихо-тихо, так, давай что-то, давай-ка побыстрее. Ой, не могу. Ну, конечно, ну, смотрите на этот шаг, он реально именно такой. Посмотрите на него. Не могу, а спереди как это смотрится? Не, ну спереди не так, конечно. Вот сбоку очень хорошо. Прям видно, как он жал батоны. Ну да ладно. Мы выдвигаемся с вами вот тудыть. Водопады. Там, наверное, будет очень красиво. Но нам главное туда дойти. Там куча-куча воды, а Миклио с нами нет. Он, видимо, за нами будет просто идти по пятам и в самый нужный момент... Вообще, на кого хрен, объясните мне, они туда отправились, если у них нет мага воды, точнее, господи, почему мага? Серафима воды, и при этом они все как бы знают, что Миклио Серафим воды, и им он нужен. Почему они пошли без него? Это вот странно, на самом деле. Пока что вроде персонажи довольно логически мыслящими себе ребятами представляли. Ну что, кто? А, мне, господи, по привычке еще такая заторможенная реакция, она не сразу делается. Здесь, кстати, было сохранение. Черт, а я туда бежала. Ну ладно. Что поделать? Что-то тут не очень все, да? Да, как-то не очень. А мы шагом. Ну, шагом слишком медленно. Да, тут что-то как-то грустно. На воду как-нибудь будем реагировать, все-таки мегаводопады. Мне кажется, Алиша, точнее, должна что-то сказать по этому поводу. Но она как-то не спешит. Даже странно. Неужели ничего? Ну, по всей видимости, нет. Не, ну подожди, должно же быть здесь что-то хотя бы вообще, хотя бы самое маленькое. Мы же... Не можем вот так просто уйти. Вот опять эти проседания, их только что вроде не было, а вот они опять. Странно. Ты куда они берутся, куда они уходят? Непонятно вообще абсолютно. Вот видите, с чем это связано? Очень странно. Ну ладно. Снова героическая музыка. Так, у этих камней что-нибудь будет? Вряд ли. Надежда умирает последней. Это что там такое? Это волк? Да, по всей видимости.
Ну ладно. Товарищ Волк. Бежать! Тихо, тихо. Еще бы. Так, я хоть в ту сторону-то продолжаю идти. Чуть не прошел, слушай, а? Давай, что-нибудь полезное. Санитарные сапоги пойдет, ладно, совместим потом и нормально будет. Либо отдадим Миклю, потому что у нас уже 4 персонажа. Партия растет. Черт возьми, что-то сохранений много, то их нету. Ага. Ух ты, господи, ничего себе. Прямо дарила. Хм. Реально, что-то как-то многовато сохранений. То их нет. Ну, то есть, долго бежишь, нету, нет. Постоянно приходится бежать. К какой-то одной точке, а тут их прям два подряд. Даже странно. Стихии из эффект. 5 навыков каждой группы расположены в определенном порядке. Атака не стихийный паралич, атака приемами огонь ожог. Защита земля замедление. Господи, защита от приемов вода отравление. Концентрация ветер усталость. Таким образом, водный прием Серафима имеет шанс наложить на врага отравление. Нелогично. Нифига. Ну ладно. Кто я такая, чтобы спорить? Что-нибудь тут есть? Сюда могу зайти? О, могу. Смотри-ка. Не зря мне казалось, что это место какое-то такое выделяющееся. Я, может, как-то могу отметить это место? Ай, черт, не нажимабельно. Почему? Что? Почему я не могу такие тайные какие-нибудь места отметить, когда я их нахожу до того? Мы, видимо, оттуда просто... Что это там такое, господи? Мы оттуда выйдем, когда возвращаться, наверное, будем. Это химера? Это химера, по-моему. Фига себе, дур такая. Ой, так похоже на моногамор какой-то, господи. Я тебе дам тут. А у него какие слабости? К огню. Отлично. Лови! Это быстро было. Это я попыталась только на секундочку бомбу сделать. О боже. Где я? Какие-то не те данные ты мне загрузила, игра. Уровень 7. А почему сюда? Как это объясняется вообще? Че это было сейчас такое вообще? Охренеть. Чувствую, пора пересаживаться обратно на средний уровень сложности. Жирная тварь какая. Так, ладно. Ой, Алишу уже почти вырубили. А чё он не убивается? Кстати, до меня только сейчас дошло, что он не убивается. Сколько у тебя жизни вообще? 11 000! Нет, он убивается, просто он очень медленно это делает. Особенно уязвимость к приемам. К тайным приемам, я так понимаю, да? Охренеть. Ой, ой. Ой, жизнь-то ни хрена. Слушайте, я не буду с этой хренью сражаться. Она меня еще убьет. А только приемами. Плюс И. Короче. Не. Не те какие-то данные ты мне грузишь, игра. Грузи те последние. Сейчас опять отгрузить чуть. Нет, смотри. А что до этого случилось? Странная хрень. Короче, нужно сразу обращаться, потому что смотри, что происходит. Какая-то очень жирная фигня. Типа такой какой-то... Босик, типа, да? Жесть какая.
Охренеть. Я, конечно, понимаю все, но... What the fuck вообще? Пошла нахрен. Все, лишь угрохнули. Ой, вернулась. Он, правда, меня все равно сейчас убьет. Посмотрите на его атаку. Не, слушайте, это рано. Просто тупо рано мы на него напрыгнули. 11 тысяч здоровья. Мы столько не сносим еще. Мы сносим там постой, дай бог. Не-не, я на него прыгать не буду пока что. Слушайте, ну это прям вызов! Обычно в таких ситуациях я говорю, пошли в жопу. И ухожу в прокачку. Охренеть, конечно, у него жизик. Ну ладно. Нет всех боссов, с которыми бы не справлялись мы в JRPG. Вы меня пугаете. Хотя нет, есть. Вспоминать хотя бы прохождение нашей 8-й финалки. Ну да ладно. Не буду отравлять умы тех, кто ее не смотрел нашими неудачами. Яблочное желе. Туда я забраться не могу. Слушайте, ну какая жиробасина, а? Хорошо хоть... вот видите, она не зря не атакует нас, что это. Вы прикоснулись к нему, но, похоже, сейчас вам не о чем беспокоиться. Видимо, это в будущем нам понадобится, да? Для активации, может, каких-нибудь... Черт пойми чего, вообще не знаю. Обычно, когда где-то стоят какие-то камни вот такого вот вида, ну, значимые явно, они либо связаны с телепортами, либо с активацией чего-то, чтобы там откроют куда-нибудь проход. Так что пренебрегать не стоит. Стой, давай тебе поможем. Ты там одна прям. Сюда. Зашибись. Так, успей. Пока они дерутся, они вертятся в разные стороны. Я, у меня голова кружится. Я не понимаю, куда мы шли, откуда мы пришли, в принципе. Так, ну пока вроде ничего нет. Я и травки особо не вижу. Ага. Травки я особо не вижу. По сторонам надо смотреть, женщина. Ты так и носа, собственно, не увидишь, пока не скосишь глаза. Тихо. Лежать! Блин, мне не хватает Миклио. Где он? Почему они его не взяли? Кстати, он иногда, видите, говорит, что рассредоточится. Я не говорю ему такое, он сам это как-то делает. Не знаю, может быть, стик пока вибрирует, дергается, в нем что-то переклинивает. Кто их знает-то? Эти геймпады. Так, нет, ничего тут нету. Сохранение снова. Все-таки... Блин, жирная хреновина. Я не могу так жить. Опять эти, кстати, камни, которые можно разрушить. Наверное. Вот, кстати, этот проход, который мы просто тупо сейчас обошли. Но тем не менее. Камни же наверняка можно будет разрушить. Наверняка будет какой-то монах. Помните, у нас была какая-то в опенинге девочка, которая ногой по камню стучала. Наверное, она какими-то стихийными способностями обладает или чем-нибудь таким. Слушайте, здесь вход куда-то. А, имеется в виду вот это. Так, нам туда и здесь сохранение. Ну, давайте. Уж раздаете. Раз уж пошла такая пьянка. Давай. Охренеть, как нас в дом Сарейты загрузили-то вообще. Так, ну что, сим-сим. Так, очень радостное место. Походняк этот вообще. Ладно, так, тьма. Надо развеять. Ты иди сюда, не успевай атаковать своими силами. Чё-то я фиолетовым таким сейчас светилась, это что такое было? Пошли вон отсюда. Да умри-то, господи. Это Хелион. Ты в порядке? Прости. Все хорошо.
Мне нравится, что вот вроде как и вот эта фигня с рейтингом, но при этом какие-то диалоги все равно происходят. То есть персонажи максимально контактируют, и вот эти стычки их словесные, они тоже частенько происходят, это очень здорово. Так, что скажете? Слабость и сопротивление. В слиянии ослабляющий комбо работает по-другому. Независимо от количества ударов, эффект увеличения урона длится, пока не кончится шкала урона. Под общим уроном. Кроме того, использование нескольких приемов одной стихии тоже увеличивает нанесенный урон. Да. Входя в слияние, помните о слабостях врага, используется несколько приемов. Так вы нанесете врага невероятный урон. Так, ну. Ну, естественно, сюда сперва. Щёпы маленькие, иди сюда. Ползучий, вот чё она на меня не обращает внимания? Когда я её хочу ударить, меня игнорят. Нагло просто. Подожди. Вот ты меня в задницу кусаешь, ты мне не нравишься. Теперь ты меня в задницу кусаешь. Ну что с вами не так? Не, битвы тут, конечно, очень динамичные. Отлично, характеристики. Яблочное желе. Надо, кстати, запомнить, что... Вот, у меня вот здесь под боком. Я переставила со снаряжения на предметы. Самое интересное, что когда мы только начали игру, когда я выбирала, что будет стоять у нас на быстрой кнопке, я хотела поставить предметы, думаю, в снаряжение. Ну, как бы я и так между боями буду туда залазить. Думаю, зачем мне оно? И все равно поставила. Предметы, да, они все равно нужнее. Да. Мороженое тут любит очень. Так, подожди, а что это тут? А. То есть два раза? И что? Хм. Ну ладно. Хорошо, подошли. Спасибо карте. Так, ну ладненько. С тобой ничего? Нет, конечно, ты не подсвечиваешься. Ну ладно. Так, я сундук где-нибудь тут не пропустила краем глаза. Пробегаясь по соседней стене. Так-то вроде нет. Тут ничего нет. Ай, зараза, не успел ударить. Не, вас просто бить, по-моему, проще. А не тратить нервы. Мри. Мансисини. Так, сперва сюда. Сундук так беспалевно стоит, да? Флакон жизни, замечательно. Так, ладненько, что у нас тут есть? Путного-то хоть. Не хочу я туда идти. Пока что. У нас давно не было боссов. У нас вообще их, по-моему, в принципе, не было. Это меня напрягает, если честно. Мне кажется, пора... О, лук! Лук? На вид просто церемониальный. Этот лук — божественный артефакт. Артефакт? А, подожди, что? Что-то происходит. Хорошо. Что такое божественный артефакт? Логику включи, мужик. Божественный артефакт определяет, какую форму примет слияние. Изначально это образец для слияния. Образец для слияния? Точно, прямо как священный клинок Лайлы. Священный клинок Озерного Града — божественный артефакт. Ага, и поэтому твое слияние принимает форму меча. Эй, значит, я могу использовать священный клинок для слияния с другим Серафимом? Это зависит от обстоятельств. Во-первых, как я уже говорила ранее, я старший партнер пастыря, поэтому они должны стоять моими младшими партнерами. Кто такой младший партнер? Проще говоря, тот, кто помогает Сарею в действии под влиянием моей силы. Подумай о стихийных свойствах божественного артефакта. Каждый Серафим управляет своей стихией. Например, моя стихия — огонь. Здесь, очевидно, вода у Лука. Но если у каждого божественного артефакта своя стихия, то Серафим не может войти в слияние, если у него другая стихия.
Именно. Похоже, стихия этого лука — вода. Ну, Миклю уже, ну, дебилы. А Миклю — Серафим воды. А вы сразу не могли бы взять с собой? Что? Сарай не хочет, чтобы Миклю был его младшим партнером. Почему нет? Это практически не отличается от того, что я стала оруженосцем. Но ты обратилась к силе пастыря, чтобы исполнить свою мечту, верно? С Миклю все иначе. Да, я понимаю тебя, Сарай, но... Он не хочет просто его обрекать на вот это вот служение ненужное. Чтоб он... Ну, повернись назад, он же там должен стоять. Вернись. Но его нету, к сожалению. Куда он пропадает? А. Пьедестал стрел. Сары, на пьедестале стрел что-то написано. Кажется, это древний язык. О, покажи. Не выносите из района реликвии и прочий хлам, ладно? И ничего там не раскалите. Это не относится к сундукам с сокровищами, их можете забирать. Древние были такими веселыми. Не уверена. Есть разница между научным исследованием и обычным мародерством. Может, они подразумевали всегда обдумывать истинное значение своих действий? Но теперь смысл слишком далек от написанного. Такое толкование вполне возможно, но мне кажется, древние просто хотели над нами пошутить. Неправда. Руины строили люди вроде нас с тобой, а значит, ничто человеческое им было не чуждо. Какая глубокая мысль. Это мы в тебе и любим, Алиша, твою искренность. Алиша иногда слишком серьезно, то есть у нее такое притупленное чувство юмора, и вообще все. Вообще все у нее притупленное, но нет, на самом деле. О, новый враг, здравствуй. Против них должен быть огонь, но почему-то нет. Слабости, вот это все неизвестно. Летучие мыши могут видеть в темноте. Эхолокация, да? Хотел бы уметь так же. Какие умные слова ты знаешь, друг мой. Вроде жил, казалось бы. Хотя, с другой стороны, он жил с серафимами, они же умные сволочи. Сколько им там сотен лет-то непонятно. До свидания. Вот кто-то на канал зайдет, посмотрит. Бабы, Сарай, ты был полностью открыт справа. Правда? Мне было больше нужно тренироваться, что ли? Ну так стой ты там справа, господи, защищай меня, несчастного слабого Сарая. Да-да, мы поняли, быстрое передвижение, мы знаем о нем. Чё? Нет. Чё-то я реально охрипаю уже в край. Я заметила, когда я подхожу к седьмой там серии, если заседаю так крепко, где-то как раз в районе седьмой серии я и охрипаю. Да господи, дайте его ударить-то. Парень. Вот что немножечко раздражает, ну не то что раздражает, просто вот в такой вот ситуации, поди пойми, разгляди, когда тебя там атакуют, чтобы включить защиту. То есть я защитой очень редко пользуюсь, то есть я просто мочу, потому что, ну вы сами видите, угадать, разглядеть, что там кто-то тебя атакует в такой вот суматохе, это, конечно, дело непосильное. Ладно, когда там жирный какой-то враг, или когда более-менее толстые враги. Не видно, что они тебя там атакуют. Господи, переключись ты вот на вот это. И сюда. Чё она там нашла такого, господи? Боевые сапоги, кольцо пустоты, опять, господи. Так, чука. Сперва сюда. Просачивайся, Сарай. Не, он подождет, пока двери полностью откроются, конечно. Здесь же что-то должно быть, правда? Ну-ка, иди сюда. Похоже, наше оружие против них бесполезно. Да что это бесполезно? Посмотри, замечательно работает. Что ты мне рассказываешь-то?
Тихо, тихо. Уй! Да-да, я опять была открыта справа. Жаль. Вот, вот чего я ждала в этой комнатке. Что тут? Яблочное желе. Ну что тебе? Я бы, конечно, не сказала, что это прям плохо. Но у нас и так все нормально. По крайней мере, пока. Да, конечно, вот здесь, в этой игре, прокачка за кадром должна быть достаточно увлекательной. Даже если она будет длиться долго. Ну, то есть, здесь все так динамично. В финалке, конечно, это было местами, конечно, поскучнее. С другой стороны, в финалках я прокачивалась обычно так, без звука, без всего. И чаще всего включала что-нибудь на фоне. Делала уже что-нибудь. Так, я туда пока не пойду. Как чувствовала. Ладненько. Сохранимся? Или не будем пока? Давайте не будем пока. Просто быстрое сохранение сделаем. Хотя нет. Нет. Дает сохранение, сохраняйся. Негласное правило. Все, бежим. Алиша. Да вижу я, говорит. Что? Где? Наверху. Ой, тварь какая. Вот тебе и босс. Я вижу. Не надо, он ядовитый. Стой. О, какая дура. Лайла, назад. Хорошо. Фетус Миома. Фетус Миома. О, он сам включил, нифига. Не успела. Не успела. Подожди. Мега взрыв! Нет, не успела. Взрыв! Твари живучие, сколько у вас здоровья-то? Да, так, ничего. Так, нужно отдыхать. Они устойчивы к огню. Мои силы против них бесполезны. Потому что Миклю надо было с собой взять. У нас нет другого выхода. Да ладно, мы их убьем. Чего вы раскисли-то? Вон, но умирают нормально. Ну вот, остался один, чего вы? Напрягаетесь-то. Давай. Давай, господи. Вот и все. А, еще? Ну давай, Миклю. Спаси нас всех. Их еще так много. Черт возьми. Двойной поток. Бум, сразу просто. О, у него лук. Миклио? Ты как раз во... Время... Лайла, позволь мне стать твоим младшим помощником. Ты уверен? Постой, Миклио. Ты прав, я упрям как камень. Я признаю это. Я очень хочу стать младшим партнером. Есть кое-что очень важное, что, чего ты не понимаешь. Я все понимаю. Я просто не хочу впутывать тебя. Смирись с этим. Ты правда считаешь, что это только твоя мечта? Ребят, давайте вы потом поболтаете. Сарей, послушай, Миклио. Ты его тоже слышишь? Это наша мечта. Давай, Лайла. Очень хорошо. Урожденный в священных потоках мира. Миклио, Лайла. Здесь мы куем наш союз. Мой неиссякающий жар дарует тебе силу очищения. Если ты принимаешь сил сие бремя, назови свое... И так далее. И так далее? А сейчас слияние. Миклио, скажи Сарою свое истинное имя. Он уже его знает. Еще бы. Вперед, Миклио. Покончим с этим. Его имя Миклио? Лунная призма. Дай мне силу. О, боже, пафос, пафос.
Теперь я буду фигачить луком. Ура! Лучник, вода. Все, что я. Все, как я люблю. Люблю луки и люблю воду. И посмотрите, какая прелесть получается в итоге. О, боже, вы видите это? Это наше слияние, охренеть. Я буду целиться с Сарой. Давай целься, но только... Я на себя рассчитываю, кажется, зашибись. О, зашибись, реально. Нужно отдохнуть немного. Да блин, что вы делаете? О, красота. Подожди, а где мой мега-взрыв? О, Вова, двое, это просто нечто! Ну еще бы. О, ты смог отменить слияние? Да, если подумать, оно просто прекратилось. Интересно, почему? И это правда имеет значение? И что, теперь я могу использовать слияние, когда захочу, да? Только посмотрите на него. Птенец расправил крылья. Ой, да замолчи ты, господи. Разумно. Понятненько, точнее. Значит, вот почему вы не могли отменить его раньше. Миклио, я хотел сказать... Точнее, спасибо. Не благодари. В конце концов, я сделал это ради моей собственной мечты. Да я это знаю. Почему-то я сейчас испытываю что-то там. Я не успела прочитать. Алиша, только не говори. А, да, я их теперь не только вижу, но и... не слышу, то и... но и вижу, господи. Не может быть. Ты теперь видишь Серафимов? Я думаю, что еще одно доказательство того, как растет твоя сила. Классненько, чё? О, а вот это уже не очень классненько. Мы же слияние прошли. Может, у нас появился шанс одолеть владыку бедствий. Но ему поплохело на секунду. Сарай. Лайла, Миклио. От всего сердца благодарю вас за спасение. Ну, пустяки, не стоит благодарности. Я не знал, что мы должны тебя благодарить. Похоже, нет причин волноваться. Хорошо, водопад впереди. И все в него. Ладненько. Расстановка команды. Когда пастыри готовятся к бою, собирая силу, Серафим тоже получает доступ к этой силе, если связан с передающим ее человеком. Пока Сарай один в отряде, дерется один Серафим. Если к нему присоединяется оруженосец человек, в бой может вступить еще один Серафим. Чтобы выйти из слияния, нажмите ЛБ. О, ура! И левел, и вообще все зашибись в этом бою было. Божественный артефакт вода. Господи, сколько всего. Ладненько, давайте здесь остановимся. Я еще там в менюшке покопаюсь за кадром, просто чтобы раскурить. Только вот... Нет, нет, в следующей серии уже с ней поговорим. В общем, замечательная серия. Наконец-то с Миклио мы помирились. И, в общем-то, мне очень понравилась форма водяная вот эта вот. Потому что, во-первых, вода. Я, не знаю, я обожаю воду. И плюс лук. Я обожаю луки. Это реально очень-очень круто. И, в общем, я довольна как слон. И, в общем-то... Я надеюсь, что эта серия вам также понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарий, пишите, что, как. И, в общем-то, подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение, если вы еще этого не сделали. А также не забывайте подсчитывать нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новости и прочую разную интересную хрень, которая там иногда появляется. Вот, с вами была Севен. Всем огромное спасибо. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.